Число погибших в результате масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 80 человек. При этом отмечается, что большинство случаев смерти людей произошло в округе Бьют на севере Калифорнии, где наблюдается одна из самых сложных ситуаций в штате. В центре стихии там оказался город Парадайз, который был практически полностью уничтожен. В общей сложности пожары охватили более 1000 квадратных километров. Спасатели продолжают поиск 993 человек, которые считаются пропавшими без вести. Ранее президент США Дональд Трамп совершил поездку в пострадавшие от стихии районы и пообещал полную поддержку федеральных властей в связи со сложившейся ситуацией. «Мы никогда не видели ничего подобного в Калифорнии. Никогда ничего подобного. Это как тотальное разрушение», — заявил президент. Пожары в Калифорнии, по оценкам экспертов, стали самыми разрушительными в истории США за последние 100 лет. Последний пожар такого масштаба с большим количеством жертв произошел в 1918 году, когда погибло около 1000 человек. На этом у нас все. Кому понравилось, ставим лайк. Подписываемся на канал. Жмем на колокол, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока.